Вот первый день встали, вот такая погода, тихо, красиво, нужно. Снегоход. О, это сама собака. Чуть не пойдет ремонтировать. Ниже камеру опускать не буду, потому что здесь стая волков прошла. Делов понаделала. Какая красотень. Это день первый. Число какое, не знаю. Где-то, по-моему, 50-е. Собака номер 2. Да. Меленькое сердце мое. Ну, сейчас будем потихоньку, даже не потихоньку, а быстро одеваться и на озеро будем. Так, ну все. Ну все, вмёрзло. Приехали, оставили ее там. А что ты инструмент здесь лежит? Парни, наверное, берут. Берут? Куда-нибудь, я пока откопаю немножко. Ведь надо ее закрывать здесь все. Подожди, пускай греется там. Положи в эту. Она примерзла, ёпта. Надо посадать. Она примерзла, ёпта. Да, не выехали. Вот надо было там её оставлять, там берет.
Чтобы там подкрутить, надо сначала выехать. Чего подкрутить? Тросик. Ты же там ее делал, ну, тут... Почему ты на этом делал? Зря ты так ее туда повернул. Ты ее хотел вынуть, она примерзла там на нем, нет? А значит, так надо было прогреть двигатель еще. Так я же даже не трогал. Он хотел этого, он сам сюда хотел.
вытаскивай. Блять, она тяжелая штука. На с той стороны ее. Поднимешься? Можешь подняться? Давай я ногами вам помогаю. Давай. Еще раз. Все. А теперь? А теперь водителя. Что там, все упало? Давай немножко дерни, я сейчас вперед прокачусь. Ну. У меня тут камера остановилась. И пип, и озеро называется Захарово. Почему Захарки? Ведем в эту самую белую. Да. Нет, как называется, не знаю. Вот оно озеро. Бум-бум. Так, вот одна дырка. Вон туда просвели. А вот здесь все. Сюда просверли. Надо, наверное, немножко поглубже тоже сделать. Сюда надо поглубже сделать. Здесь у Костика Сорога был. Лентяи. А что, лед-то не толстый, да, получается? Хватит. Пускай ткнет, куда надо. Воды на льду нету, правильно? Пока не выпирает. Нормально, снегу мало, и поэтому... Там речка. Женя не может нарадоваться своему шуруповерту. Да, Женя? Женя, давай хоть что-нибудь поймаем, потом просверлишь. Женя сказал, обойду весь озеро. Тут глубокое озеро. Не-не, вот в этом месте хорошо. Ждем на Захарова. Такого нашествия рыбаков это озеро еще не видело.